У нас сегодня 22 июля, полнолуние. Мы с Андреем Петровичем выдвигаемся в познавательную экспедицию. Не-не, я специально здесь его оставил. Ага. Типа спаси друга. Да. У нас погоды нынче дивные стоят. Ветер там 12-15 метров. Вот тут. Во. Ага. Настоящий герой соцтруда. Так. Подходим мы к выходу. Вот что видим. Это вот так занесло у нас дверь. Это еще как бы цветочки. Потому что там, короче, красота.